Hey, yo, guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру под названием Dead Space, либо просто Мертвый Космос. Так, мы закончили первую главу, мы отправились в непонятное место. Тише, все в порядке, Маккой, он тут. Бояться теперь нечего. Я знала, что ты придешь, как и обещал. Я сохранила это для тебя. О, могу идти. Там черви, ля. Маккой сказал, что приведет нас к челноку. Боже, они так падают весело. Манать там черви. Так, А если так? Он у меня же бесконечный, да, надеюсь? А на этом червей, смотрите. Вау, а ну-то иди. Бля, сколько там опаршей. Жопа. Так, ладненько. А неважно, давайте сначала поймем... Так, стоит. По магазинам. Хилки есть, нормально. Я думаю, стоит ли... В игре довольно много оружия еще есть. Пускай будет одна хилка. Много оружия есть, ребята. И я вот думаю, стоит ли какие-то себе покупать там из новеньких. Или нет. Так, магазинчик. Сколько у нас кредитов хотя бы? 10к есть? Ага, есть. Проверяйте. Так, защита. Блин, мне нужно, короче, узлы покупать. Пока что будем с вами прокачивать оружие, как мы с вами договаривались, а после будем уже прокачивать то, что нужно дальше. Ну, как обычно, да. Так, схемы, поймите схемы, чтобы добавлять предметы в список покупок. Огнемет. Схема огнемета, погнали смотреть. Опарыша. Не знаю, почему она себе глаза типа выколила. Сейчас посмотрим. Огнемет. Огнемет. Смотрите, у нас есть плазменный резак, это который сейчас у нас. Есть лазерная винтовка, она довольно прикольно сделана. Я посмотрел, она стреляет довольно стильно. Ну, именно по видео, да? Именно про все оружие. Нам нужна импульсная винтовка, потому что она... Там очень долгий заряд, ну, типа, задержка перед выстрелом, но... Разносит. Огнемет херня. Мне нужно хотя бы 3 пушки, либо еще одну. Главное, чтобы у меня инвентаря хватало для патронов. Поэтому я думаю, либо лазерная винтовка, ну импульсная винтовка. Блин, ты, короче, купим вот эти 2 пушки, да и все. Так, у нас много хилок. Я вот думаю, давайте мы, наверное... Подождите. Этот меню вы не можете... Так, брать предметы из рюкзака. Как мне сюда приложить вещи? Ага. Хорошо, давайте среднюю переместим. И большую аптеку переместим. Оставим 2. Или еще переместить. Так, что у нас по рюкзаку стоять? По идее, 5 слотов должно быть свободных. Нет. Давайте тогда еще одну хилку выложу. Так, среднюю, да, аптеку. Итого у нас будет 3 аптеки здесь. Одна большая и 2 средних. Нас пока так сильно не коцают. Я надеюсь, у нас не будут коцать дальше. Ой, а чё у меня, слышь? Вот так. В таком режиме мы будем... Айзек, ты там? Да нет, я не здесь! Напали. Кендра исчезла, только что была рядом. Не могу поверить, что потерял ее. Почему такой громкий?
Но сдаваться рано. Принеси мне X-капитана, и мы поищем Николь. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Взорви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в 0G-терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Черт, с такими помехами связь бесполезна. Пипец он пугает, зачем так делать? Так, ладно, нам в ту сторону. Значит, мы исследуем сначала там, где я еще не могу и где еще не был. Очень подозрительная херня. Так, карта. Так, смотрите, я могу пойти по прямой. В принципе, я там ничего такого не найду. Либо здесь, но это магазины. Там большая... Нихера там проход! Да, блин, тут везде огромные проходы. Так, стоять, а если я... Карта... А можно мне карту всей местности? Ясно. Это, походу, она есть. Так, ну у нас есть 4 куска. Магазин. Нового, в принципе, у нас ничего не добавляется. Ладно, плевать. Погнали собирать то, что можем. Вот, сохранялочка. Так, ла-ла. Принять. Да. А что у нас? Патроны. А патронов мало никогда не бывает. Особенно в наших случаях. Ой, тут... А, оттуда мы пришли стоять. Оружие может стрелять как в основном, так и в альтернативном режиме. Да ладно, вы мне только сейчас решили научить стрелять в альтернативном режиме. Прикольно. Почему так громко? Вы хотите, чтобы я обосрался? Ни хрена тут трупом. Ребята, я надеюсь, вы будете лежать как миленькие. Используйте режим. А почему альтернативный режим стрельбы? Дайте, это не то. Я промазал, класс. Ладно, немного погромче. Вы все в порядке, Сань? У него игра, короче, нога развлекается. Оп. Ни хрена тут место какое большое. Здорово. А мы знаем, что большие места это плохо. Это очень плохо. Блин, я хотел. Ладно. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Давай. Все? Еще? О, слышу.
Я, приятель, тебя слышу. Я слышу, и не надо мне врать. Ладно. Но, по сути, они не могут вылазить с одной и той же шахты, поэтому... Идем там, где они уже были. Еще не могу присаживаться, либо типа того. Так, по сути, я могу убрать вещи, да, с помощью кинезиса. Все, я иду с тобой. Или снизу кто-то лазит? А, да, вон. Приятель, все хорошо, да? Я буду смотреть внимательно все. Ну нафиг. Они отовсюду могут напасть. О! О! Эй! Тихо, беги, беги, перезаряжайся! Классно. Ну что, ребят, ну на самом деле впервые на меня хотя бы напали. И это было не очень. Так, мне сюда, да? Да, значит, мы бежим в другие стороны, там, где у нас. Так, хорошо. Вот зараза. Главное, напали втихаря. Но видите, они типа спавнятся в специальных точках. Бога ради, что там происходит? Да не волнуйтесь вы так, доктор Кейн. Все образуется. Мне так не кажется. Стоит предположить, что источником проблем в колонии был обелиск. Вы можете предполагать все, что угодно, но не я. Обелиск — великая святыня, и вы это знаете. Пути Господни неисповедимы. Ладно, завтра он будет у нас на борту, и можете исследовать его сколько угодно. Капитан, внизу гибнут люди. Они убивают друг друга. Это что, и есть та трансформация, о которой говорит юнитология? Доктор Терренс, чем серьезнее ставки... Наконец-то Юрген сумел моим уговором и показал запись из колонии. То, что я увидел, было восхитительно, потрясающе. Шахтеры превращались во что-то невероятное. Я должен узнать больше. Давайте я лучше с другой стороны. Я не хочу спиной становиться опять к шахте. Хотя верующий стремится целиком отдаться этому чуду. Мне нужен для исследования один из этих некроморфов. Я должен увидеть все стадии развития вируса. Возможно, этот пациент из колонии... Ты чё? К-
Коробочка. Так, я сразу не буду пренебрегать хилками. Лучше буду сразу их использовать. Так, карта. Так, ну, в принципе, мне только туда идти. А, смотри, тут сохранение есть. Где? Здесь? О, да. Мне вот этот люк все равно пугает. Типа... Хотя здесь точка сохранения. Я еще не думаю, что они могут напасть. Типа... Готово. Ого, тут аж цвет поменялись. Там какие-то эмбрионы или что это? Так, что я хотел посмотреть? Патроны. Ни хрена у меня патронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять ма... Помогите! Ради бога, помогите! Спасите! Мноть! Воу-воу, там какая-то херовина появляется. Плохой малыш. Плохой малыш. Нужно, короче, патроны будет тоже потом. Он сидит. Да, я боюсь. Моя бояться. Молодь, тебе патронов нужно, слышь? Клещ. А, так смотрите, эти... Они все живые? Но они мутируют. Типа, эти в такой еще воде, типа, мутной. А те уже... О, тихо. В живом состоянии. Ну, еще патрон. Пипец? А, это кредиты. Жопа, боль, мне страшно. Заезжаем выше. Полетел. Все? Я знал, только я думал, там, конечно, дверь будет, ну ладно. Фа-фа-фа-фа, класс. Ребят, в принципе, можно... У меня целый магазин патронов, блин, ну что, мне бы... А есть... Далеко мне нужно бежать? Дать. По карте. Может, го, быстро вернемся назад, и я это... Положу. Но я думаю, так лучше сделать, потому что у меня будет сейчас переполнен. Инвент. Типа, в те места, где мы уже по сути были, никого ж не должно быть. Я надеюсь. По крайней мере. Не, вы не подумайте, что типа тяну время, да? Я просто хочу... По-быстрому вернуться и закинуть вещи. Так, не, я лучше с той стороны побегу, ну нахер. И закинуть вещи в... А там же еще эта дверь. Ладно, плевать.
Я все трупы ломал, поэтому... Так. Что появилось? Так, а вот он. Нужно патроны, чтобы у меня хотя бы запас был. А сколько в сейфе я могу вещей ложить? Походу бесконечно, ладно. Это хорошо. Так, ну, я думаю... Или 100 патронов будет мало. Я думаю, все равно найду. А вот аптечки мне бы взять. Я лучше аптечку возьму. Пять свободных слотов, класс, нормально. Так, мне же сюда, да? Да. Все, ну просто бежим по прямой. Врагов не будет. Синтез еще пополнен. Теперь рели, типа, изученные места можно не бояться. Я думаю. Не, а слышите, а нужно будет на самом деле посмотреть в интернете. Типа враги спавнятся там же, где я уже прошел. Чтобы мало ли. Пф, я не хочу обсираться. Нахер. Я так жду, чтобы эта серия уже закончилась. Так. Окей. Мужичок. Это давить, это бить. Поехали. Ту-ту-ту-ту. Что-то есть? Там останки. О, патроны. Видите, еще патроны накидывают. Много патронов накидывают. Ладненько. Ай, фу, блин, показалось. Мало, у меня заряда нету, ё-моё. Термит. Задание выполнено. Хорошо. Термит, что ты подобрал, запросто прожжет эту баррикаду. Используй электроподушку как детонатор. Надеюсь, я смогу удержаться здесь. Я слышу, как сюда движется что-то большое. Это хорошо или плохо? Так, а там что? Стоять. Типа я просто хвост сделал. Тогда нормально. Да-да-да, держу в курсе. Так оно еще живое было. Оказывается, есть враги, которые заново появляются. У них новые тела появляются из трупов теперь. Так я ж тебя топтал, приятель. Я ж вас всех топтал. Специально для этого. Если вдруг вы встанете. Ну нет, 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 конечно, мы ж снова встанем и будем тебя. А не, вот он. Извини, приятель, я... Это на всякий случай. Так, запись. Да. Сохранится. Обязательно. Куда-то перейти. Окей. Магазин.
Так, ну, смотрите, в принципе, у меня синтез узла можно купить. Ладно, давайте пока оставим денежки. Если что, синтез потом купим. Что за удары? До свидания. Верните меня. Почему я открываю дверь, типа, переход в другую локацию, и освещение меняется? Иду сюда. Все, темнота. Я в темных локациях не хочу играть. Ебать. Давайте тихо. Ну, он, типа, не мутант, я не знаю. Окей. Приятель, сорян. Это чисто, чтобы на всякий случай. Так. Так, у нас там... А, у нас, в принципе, есть там сохранялочка, я вижу. И есть этот верстак. Ты чё, бля, было? А типа предупреждение мне? Что, готовь свою жопу? А, на, держу жопу уже все. В упруге. Верстачок. Тезис модуль. Энергия и время. Синтез модуль. Так, увеличивает радиус стрельбы. Вау. Генезис модуль. Плазменный резак. Ну, мы идем с вами в урон, да, чисто сейчас? До урона. Там. В ущерб зайдем. Потом в ущерб пойдем. Остается нам только самый полезненький собирать. Мне вот эти две вентиляции не нравятся за спиной, которые у меня. Хорошо. Шанс того, что нападут спереди и сзади. Ой, мной. Эй, приятель. Полежи, отдохни. Блин, мне бы сейчас увеличение магазина себе еще купить. Было бы неплохо. Патроны. Что ты такой? Ага, мне блок энергии нужен. Так, блок энергии это ты. Так, мне по лифту наверх надо. Закрыто, закрыто. Открыто. О! Да-да-да-да. Да-д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 а. Я читал, что вот такие ящики, когда вот такие вот ящички, да, лежат. Нужно быть осторожным. Так, хорошо. Погнали к верстаку вернемся. Я себе этот замучу. Апгрейд. Сразу еще урон прокачаем, да?
Или лучше что-то другое. Ну хотя обойму можно еще вкачать. Типа либо ущерб, либо обойма. 14 патронов, если будет мясо. Либо можно сейчас забегать. Хотя смотри, блин, я не знаю. Ладно, го. Ущерб там. Либо можно бегать за этим. Давайте вообще сохранялку найдем и закончим серию. Я пойду физ снимать. Физ. Далее. Так, по сути, если верить карте, то здесь есть сохранялка. Что, это не сохранялка? Нет, там есть сохранялка, стоять. Вот видите, сохранялка. И она на этом этаже. По идее, где-то здесь должна быть. Ладно, не суть. Пину чекаем. Все. Кредиты. Изи. Все, ребят, сохраняемся и заканчиваем тогда на этом. Да, вот так все просто и быстро. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.